закончили проклейку Шкоды виброматериалами, закатали багажник, проклеены арки, крылья автомобиля, все проклеено усиленным материалом, вибро предварительно разогревается, и при проклейке все прокатывается валиком. Так теперь выглядит арочка у нас по левой стороне, с стороны крыла арка проклеена и, конечно, прокатана. Ну и днище багажника, соответственно, тоже все проклеено. Готов салон, все проклеено усиленным материалом, также на горячую, проклеено и прокатано. И по дверям. Первым слоем двери клеим виброматериал. Внутренняя поверхность двери полностью проклеивается, прокатывается. Затем проклеиваем второй слой шумопоглощающий толщиной 6 мм. Затем на двери клеим третий слой виброматериала. И также все прокатываем. Так будет выглядеть каждая дверь. И готов первый слой вибро на потолке. Все проклеено, прокатано.